Это каждый раз по-разному. В последнее время я слушаю суфийскую музыку, медитации. Ну, не знаю почему, просто это нейтрально. А вообще, мне нравится очень Фарик Кагаев. Он не выступает сегодня? Да. Да, очень. Сангельмезулу, да, это важно. Но меня покосывается с любовью, с музыкой, с радостью. Муслим Магомаев, конечно, наверное, Азербайджан номер один, да. Но я надеюсь, что дальше будет еще больше музыки, потому что у нас музыкальный народ, а музыка – это то, что идет от души, от творца, творчества, от слова «творец». И мне кажется, это делает мир лучше.